Мы стоим вот на месте, где достаточно часто ошибаются пилоты, вернее, штурманы. Сейчас мы посмотрим, как штурман здесь справится. Тут сложный момент. Учиться мы даже вот встали так хаотично, чтобы не демонстрировать направление дороги. Оп! Ошибка! Сейчас он там разберется, то, что он поехал не туда. И мы сфотографируем его еще раз. Они позволяют два раза себя снять, они специально это делают. Ну, это фототочка такая. Вот циничная, цинично, но этот спорт. Так, у нас вот здесь вот такая вот драма, маленькая драма. Итак, Макс лидер, ошибется он здесь или нет? И ошибается, к сожалению. Алма-Ата со своей уверенностью проигрывает. Так, вот штурм отбивает точку и находит верный курс. Бинго! Оп, и еще одна ошибка. И, ну, я думаю, будет и следующий тоже будет ошибется. Не надо ездить по следам соперников, это плохо. Нет, не туда. Все. Вовремя. Молодец. Артем Хайрулин вырулил. И теперь Татарстан придется сливать пыль. Итак, мы выбрались на позицию сверху. Главенствующая. Ну, не на, вот думаю, такая, не туда, не надо туда, ну, куда ты помчался, не надо, ну-ка, тормози, вон туда, там контрольная точка, вон они ищут ее, вон они ищут контрольную точку, в поисках контрольной точки два сайда заблудились, три даже, а, да, три сайда, я просто через камеру не вижу. Три сайда ищут, нащупывают точку. Где эта контрольная точка? Вот так вот. Кто там говорил то, что здесь штурман отдыхает? Оказывается, нет. Тут штурману надо думать головой и не расслабляться. Так, квадроцикл. Ну давай, возвращайся. Да. Смотри, классический такой полутонул. Полутонул квадроциклист, он возвращается в канал трассы. Он сейчас отобьется. Сейчас посмотрим, как он. Не так, вот он нащупал дорогу верную. Теперь ему надо вверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. По-моему, надо было вниз, нет? Вот там, все налево. Правильно пошел? Смотри, налево там идет. А, там налево надо уходить. Да. Видишь, как скорость какая? Он, блин, щупает трассу, он не едет по ней. И сейчас налево ему надо. А он вправо ушел. Не надо, налево надо, налево! Эх, Валера, Валера. Вот. А вот, смотри, два сразу идут. Все. Отбился. Нифига, ищет. Ему надо сейчас понять, где он находится. Вот, смотри, два еще подъезжают. Там два. А опять не туда ушли. Там тоже блудят. Они ушли оба, друг за другом. Не, у меня тут драма. Квадроциклист ищет этот дорогу. Здесь два квадрика ушли не туда. Два квадрика сзади меня? Да. Нет, я хочу закончить эту драму. Подожди. Я понимаю, что у тебя там драма, но тут тоже драма. Все, он вроде бы там контрольная точка за холмом. Вот, он должен проехать его. Все, вроде бы нащупал. Сейчас крутится с этими ребятами. Так. Но если они поедут за ним, они тогда потеряют контрольную точку. Молодец, все, нащупал. Офигенно. Все, пошел, нашел он. Медленно смотрит, отбивается. Влад опять ушатал технику. Нет, опять осуждал.
Блин. А откуда вода-то в баке? Если на Давай. Все? Как у тебя? О, Серег. Как ты там ошибся? Скажи мне. Так, как все делать? Слушай, ты их не согревать. Есть кто-то прошел половину. Серег, как вообще катится? Зашибись, а что катится, проблемы? Второй день на одном цилиндре еду. Если вчера он хоть включался, то сегодня он вообще отказал. На одном цилиндре, конечно, ехал. У меня бензин кончился на 60-м километре. Что это, черт? Коля меня довез до деревни 1.5 километра, а мне дали 10 литров, почти 7. Ну вот у меня до Влада, я Влада зацепил, сколько мог, дотащил, у меня бензин кончился. А Влада ты сегодня тащил тоже? Потом он меня тащил. Вот. Кнемовская 500-ка единственная, которая здесь участвует. Мы сейчас поинтересуемся, как она жива. Жива ли 500-ка? Амортизаторы не работают вообще. Ну что ж это так? Ну это с после вчерашнего, наверное, как, прыжка. Как сегодня едет? Один разочек заблудился. Едет начале, в начале, да? Нет, вот тут уже в конце. В начале хорошо ехал. И а как? Видишь, нет, видел, я стартовал в самом-самом конце. Ну и как тебе 500-ка сейчас здесь? Замечательно, подвеску надо с амортизаторами что-то делать. Так, других технических нет проблем? Замечательно, отлично. А ты без очков едешь? Одну точку мы там не взяли, да? Все взяли. По-моему, одну вот эту... Все взяли. Бля, ну там какой-то блудняк вот с этими... Там вообще нету дороги. Там раньше надо сворачивать было налево. Ну она ж не билась тогда, ты же видел, она где билась. Ну все, мы все с тобой там собрали, здесь как раз выехали, налево повернули, здесь еще одна отцепилась у нас точка. А мы начали искать еще одну. О! Макс, как у тебя? Супер! Все идет в темпе? Да. Одну ошибку в начале сделал, мы это сфотографировали, даже сняли. Все вы видите? Да. Там есть. Ладно, какие у тебя? Все нормально, техника? Едет все нормально. На первом СУ поймал камень один-единственный в степи. Захерячил заднее колесо, ехал на спущенную весь СУ. И как ты вылечил это? Кувалдой захерячили на дозаправке и поехал дальше. Понятно. Много там времени потерял на этом? Нет, я не останавливался даже. Ясно. Что это быстро? Как быстрый? Вот. Ну рассказывай, как у тебя дела? А тебе само поменять ремень в центре листы? Нет. В поле просто? Нет, вообще. Я думаю, что я даже думать об этом не буду. Все, плюс один ремень. Да? Да. Час, и мы едем. Ну, отлично. Ясно. А у тебя вчера тоже бензонасосочек подгорел? Да, крякнул, я ж не мог доехать. Я пешком дошел до тебя. Блин. Ну, сейчас ты едешь? Ну, буду бороться, а что делать? Ну, давай, удачи.